Вот решил достать телефон. И пока иду, немножко поснимать, может быть, поговорить. Я вообще хотел поговорить с Артемом, сказать ему несколько слов. Приветствовать. Так-то давно уже не звонил, не разговаривал так. Привет. Вот хочу тебе передать только положительные свои эмоции, хорошее настроение, чтобы оно и у тебя было хорошее, у Лены было хорошее настроение всегда. Вот, немножко покажу. Да и бегу домой. Вот у нас снег выпал. Сегодня было все в снегу. Вот. Но он уже стаял. Так что вот не так быстро и не так долго у нас была зима. Сегодня 1 ноября. Известный тебе перекресток. Вот такое тут у нас активное движение наблюдается. Короче, коротко, буквально в двух словах, как обычно, быстро. Всем привет из Биробиджана. Я хоть и не звоню, но вот хоть так передаю вам всем привет. Надеюсь, что у вас хорошее тоже настроение, все получается. Лене, Леше, всем-всем-всем, кто меня знает, всем привет. Ну, отдельно мамочке. Привет из Биробиджана. Кусочек цивилизации, короче. Поставил съемку крупным планом. Неудобно будет идти. Не будет видно. Но так вот посмотреть, какие у нас вот тут есть магазины в этом Биросити. Тут можно посмотреть. И кролики тут есть, и золотые руси, и стильная семья, и всякое остальное. Вот единственный в городе у нас, может, я ошибаюсь, рекламы в цвете, в огнях. Вот школа плавания у нас тут есть. Фитнес, пожалуйста. Студия йоги. Короче, спортивный город. Конструктор, мебельное ателье. Вот так вокруг. Но на магазин называется Шат. Шат магазин. Суши сет. Позвоните 92022. Попади в точку. Вкусная точка. Обучение аппаратному педикюру. Белоснежная улыбка у нас тут у всех. Какое-то созидательное общество. Попробуй догадайся. Что-то оно созидает, это общество. И опять вкусная точка. Вот так я иду на протяжении часа, вот, от работы до дома. Вот такая у нас вот появилась достопримечательность. Как-то вот она еще... Можно ее посмотреть, увидеть в цвете. Хотя уже темно, но телефон позволяет увидеть палитру цветов. Какая здесь палитра цветов. Солнечные часы, или это не солнечные часы, это какой-то островок релакса сделали. Это вот здесь, я когда-то снимал, здесь только начинали все делать, был котлован.
И вот они вот его заделали. С одной стороны вот тут белое все, а с другой стороны вот такое цветное. Вот такой вот кусочек у нас здесь оживленный. Внутри тут ничего нет. Земля, черная тьма. Вот, вот такой выход здесь вот сделали. Кусочек снега. Так, пока пауза. Может быть, уже больше снимать не буду. Уже темно, нечего снимать. Кто здесь жил, кто не жил, вот напоминаю. Сейчас у нас 6:30 вечера. Очередное включение по ходу движения домой. Вот прошел наш Арбат. Никого нет. 7:00 вечера. Все умерло уже тут. Ну, правда, вот что-то горит еще. Торговое заведение. Друг семьи. Торговый центр у нас новый такой. Я его никогда не снимал вечером. Вот эта дверь еще не открылась. Вот эта дверь. Вот эта дверь, она еще... Эта часть не работает. Здесь вот кофе, лайк, Алибаба. Заглянем. Кафе готовится к открытию. Додо пицца. Вот тут вход у них будет. Ценник уже повесили. 45 рублей рожок. Доставка до столика. До столика. Вот не реклама Додо пицца. Это так просто посмотреть, заглянуть в окно. Когда она будет у нас открыта, вот это кафе. Ждем, когда же оно откроется. Для теплых моментов наедине с собой. 119 рублей какао. В Додо есть то, что важно. Кэшбэк 5%. Вот такое у нас вот будет открыто кафе. Ну тут ценники не видно будет. Попробуем посмотреть. Но я не ставлю с тобой цель снять, что ж там продают такое. Это так просто, в общем. Ну, уже почти, почти вот-вот оно уже откроется. Ждем, когда оно откроется. В общем, наслаждаюсь прогулкой после работы. Вот тут снежок у нас, можно посмотреть еще, вот здесь как-то он там задержался. Ой,
ни дымом не пахнет автомобилей, ни газом, ни гарью никакой. Свежий воздух. Красота. В общем, можно гулять, прогуливаться. Машин нет. Пустая дорога, пробок нет. Но я вот стою, ожидаю, когда же вот загорится мой знак, мой сигнал светофора. Здесь вот елочки вот такие классные. Наконец-то появилась машина. В общем, провинция. Провинция. Над одним моим шортом написал зритель. Посмотрел вашу картинку и уехал отсюда. То есть вот кто-то вот посмотрел и уехал с Биробиджана. Кому-то вот он, да уже многим он, скажем так, почему-то не нравится. Многие уезжают. Миграция в Биробиджане отрицательная. Не со знаком плюс, а со знаком минус. Ну, как говорится, основное вот звено в этой цепочке – это работа. Работы мало, люди не держатся и уезжают. Я вот остановлюсь в этом месте. Здесь очень много света. И на этом я сегодняшнюю свою съемку закончу. Не буду больше снимать. Подойду поближе. Городской дворец культуры. И вот надпись на идиш. Город Биробиджан. В общем, всем привет из Биробиджана еще раз. Снимать особо нечего. Вот решил еще раз вас поприветствовать. Всем привет. Всего самого наилучшего. Тепла, достатка, хорошей зарплаты. Будьте здоровы все. Жду ваших комментариев. Сильно не критикуйте меня. Снимать особо так вот нечего. Отработал, иду обратно. И вот решил с вами поделиться своим хорошим настроением. С 1 ноября вас. Пока-пока. Помнишь, как первый снег упал на твои ладони и мокрый оставил след? Он будто тебя не понял, кружился над головой, сиял, отражаясь в свете, и лишь для тебя одной. Пел песни холодный ветер, засеребрило за моим окном, и отшумели листопады. Закончился осенний сон, а мы с тобой, как прежде, рядом. Когда укрыта сединой земля и на деревьях белый иней, первым снегом ноября придешь в наш город зимний. А помнишь, как первый снег манил нас собою в танец, и лишь промолчав в ответ, мерцал словно белый глянец страницы календаря.
чаще меняла осень, подруга ее зима. Опять поспешила в гости, засеребрила за моим окном. И отшумели листопады, закончился осенний сон. А мы с тобой, как прежде, рядом, когда укрыта сединой земля. И на деревьях белый иней, ты с первым снегом ноября придешь в наш город зимний. Серебрила за моим окном, и отшумели листопады. Закончился осенний сон, а мы с тобой, как прежде, рядом. Когда укрыта сединой земля, и на деревьях белый иней, ты с первым снегом ноября придешь. Город зимний. Первый снег ноября, я позвал его сам.